Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ну что, я награду уже забрал, ребята. У меня 75 платиновых осколков было. Лига мастеров 3 звезды. Единственное, не было турнирной арены. Она только сейчас появилась, ребят. И я сразу же бегу на нее. А прошло времени, знаешь, сколько? Ни много, ни мало, 42 минуты, друзья мои. 42 минуты. Я думаю, что у вас тоже изначально 100% не было. Там было просто написано «скоро, скоро». Так, ну давай автобой поставим, потому что здесь, ребят, все на изи пойдет. Вот, Бравл Старс. Я вам говорил, что я поиграю в Бравл Старс, а после попробую опять перезайти в черепашки. И вот я зашел, и как видишь, все очень даже нормально стало. Кроме одного. Кроме одного, что у меня Бравл Старс, ребята, лагает. Ужас как. Меня это прям вот прям вымораживает, если честно. Причем очень сильно. Так, ну что, давай, они тут быстренько их распетрушат. Я не знаю, ну, до Лиги Мастеров, мне кажется, я уже все, я не дойду, потому что ну, 43 минуты, ребят, прошло. Обычно, если мы хотим туда попасть, мы с тобой бустимся моментально практически, да? Сразу же. Как только игра начинается, мы туда с тобой летим. А здесь не получилось такого. Здесь такого не получилось, потому что они арену не включили не сразу, скажем так. Я не знаю, может быть, они включили ее через полчаса, но факт в том, что я в Бравл Старс уже играл сколько? Минут 30, наверное. Вот, и как бы потерял это время, упустил, так скажем. Так, ну что, давай двигаться дальше. Пока, тю-тю-тю, ребят, идет вроде бы все довольно неплохо. Так, 12, мне нужно, наверное, 13. По идее, надо 13-14, ребята, выбивать, но что-то как-то... Во, 12-14, нашли. Такс. Раз, два, три, четыре. Это у нас четвертый поединок, да? На пятом поединке у нас открывается 5 бойцов и... Давай. Сюрикены. Твич. Блин, я думал, упадут. Упадут все, но нет. Надо было осколками взять. Надо было осколками бомбануть, друзья. Так бы мы бы их еще быстрее бы положили бы и... Быстренько бы уже продвинулись бы. Так, элитка 2 звезды, а ранг 85. 12-14 уже на основу дают. А, наверное, 13-15 я не получу, потому что мы полтишок с тобой не взяли на разминку. О, было, было, ребята, блин, а я поспешил. Значит, можно все-таки выбить, попытаться. Ё-моё, я увидел уже потом. Блин, 13-15. Есть. Ребята, я выудил. Я выудил 13-15, прикинь. Раз, два, три, четыре, пять. Прям в последний момент. Отлично. Так, значит, может быть, еще. Может быть, еще, ребят, не все потеряно. 5 бойцов, как ты видишь, у нас. Давай-ка мы туда бомбочку для разгоночки бросим. Так. Хорош. А давай флакон. Флакончик туда забросим с красочкой. Прекрасно. Ушатали мы этих хламонов. Так. Элита 3 будет? Да, элита 3 звезды, ребята. Сотку, ровно сотку взяли. Ровно 100 этих. Так, 13-15. Во! Вот. Пока все идет, ребята, здорово, зыбано, четко. Нифига у нас в команде 4 носорога. 4 носорога. 4 рокстеди, блин. И один шредер. Ну, прикольно просто так смотрится, как бы. 4 носорога. Можно, в принципе, 5 носорогов. А, нет, нет, нет. Это, по-моему, все носороги, ребята, да? Которые есть в игре. Да, по-моему, больше нету. И вот мы, ребятушки, в Лиге Самурая. Но 99-я позиция. 13-16, по идее, надо
14-17. Но вот тут вот... Опа! Опа! Ну вот тут вот все хорошо пошло, ребята. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Мутагеноид. Ох, сейчас он как хлопнет по земельке-то. Но уронить-то не уронит, наверное, всех. А может быть, уронит. Не, ну после майки-то, конечно, уронит. Потому что майки сейчас отнимет у них здоровье. И мутагеноид... Да ладно, еще один майки влез. Мутагеноид, а ты, оказывается, очень медлительный. Раз тебе черепашки, блин, переплевывают. Причем черепашки, которые ниже его уровнем. Они 57-го, а это 60-го. И он сходил после практически всех. Но мы не перейдем, ребята, здесь на следующую лигу. Это понятное дело. Так, 13-16. 14-17. Но это, ребята, уже повторка идет. 14-17. Ладно, одну повторку, я думаю, можно проиграть. Ничего в этом страшного нету. До трех повторок, ребята, допускается у нас. После трех повторок уже Лига мастеров. Можешь про нее забыть. Именно с первой заходки. Я об этом говорю, а не вообще забыть. Так, майки тут танцы свои буги-вуги показывает. Так, Роквелл. Минус Рокстеди. Так, Рафаэль бросает, да, все-таки? И не попадает. Бросил свои саи и не попал по нам. Ну и флаг ему в руки. И барабан в зубы. Главное, что мы их ушатали. Но самурай две звезды, позиции полтинник давай. 66-е. Нет, ты хорош, 14-17 уже было. Давай, вот. Ребят, я вначале кликаю, потом вот, 14-18. Я вначале кликаю, потом смотрю. Ага, когда вижу, уже чуть ли не поздно становится. Давай возьмем с тобой Джастина. Отыграем за него. Офигеть, такая медуза, голова, блин, непонятно кого. Ушки, все дела. Мутант, одним словом. Ну-ка, давай запах изо рта. Этого было достаточно, чтобы они отчеврижились все. Да, им не нравится этот запах изо рта. Да ладно, мы и не перешли опять. Да что такое-то, блин? Это, ребята, Лига самураев, это не Лига сёгунов еще. 14-18. А не хочешь мне дать 14-15-19? Навряд ли, да? Да. Слушай, мы так хорошо шли, и на тебе, пришли. И на тебе пришли. Мы скатились. У нас две повторки уже. Уже две. И это только, ребята, на Лиге самураев. Я понимаю, если бы было бы на Лиге сёгунов, я бы еще как-то, ну, мог там простить. Но две повторки, блин. Практически в самом начале игры. Да, такое себе. Такое себе. Так, 52-я позиция. Да хорош ты мне уже свои 14-18. Давай мне 15-19. Вот это уже специально делается, ребят. Они должны мне дать 15-19. Потому что у меня какой там 52-й ранг. Ну почти полтинник, ребят. Я не собираюсь тратиться здесь, блин. Короче, заправлю мне всю игру. Мне они не хотят давать. Там проблескивает 4-17, 14-17 даже, значит. Есть. Есть. Урвал. Урвал, друзья мои. Не, он, а игра просто не хотела давать. Ну, просто не хотела мне давать. 15-19. Я практически выстрадал. Уже пошел на принцип, грубо говоря. Давай, Лео, жги. Так, и Лео зажег. Лео зажег. А мы с тобой переходим в Лигу сёгунов. Позиция 98-я. 15-19. Ну, наверное, 15-20-то здесь уже. 15-20 нам не дадут, ребят. Во-первых, у нас... Мы только перешли, мы даже там не закрепились. М-да.
и бойцов, друзья мои, у нас очень-очень становится мало. Это Лига Сёгунов, одна звезда. Ну сколько, три поединка берем. По три поединка берем с тобой, что у нас... Мы перейдем с тобой в Лигу Сёгунов, две звезды и где-то три поединка до трех звезд. После трех еще три поединка. Это получается уже 9 поединков, ребята, нам надо будет. Это уже 9 поединков. И 9 умножая на 5, это 45. 45 бойцов надо. Нет, ну тут... Да что ты опять-то вот начинаешь, а? Вот что ты опять начинаешь? Вот 15-19, да какого лешего-то ты, ну? Она обламывает, ребята, меня просто. Ну она просто в наглую уже начинает делать то, что этот... Должно быть 15-20, это как минимум. А он мне 15-19 втюхивает. Ты посмотри. Вот, должно быть. Постоянно выклянчивать, прям, как меня бесит, ребята, вот это вот выклянчивание у игры, чтобы она давала правильные, как говорится, эти статы, параметры, я не знаю, там, правильную команду давала мне. Постоянно такая фигня, блин. Надоело, вот действительно уже вот это вот. Выпрашиваешь, причем выпрашиваешь то, что должно быть. Это не что-то там сверх такое, знаешь, сверх оборзевшее и наглое. Это должно быть по обязанностям, по игровым. Да, ты см... Вот вы чепушилы, ну чепушилы вы еще те, а? Короче, ребята, это уже сделано специально. Они, прикинь, они меня взяли и всего лишь 40 ступеней перекинули. Даже меньше, по-моему. Вот хлыщи, а? Ну, игра. Ну, это уже... Не, ребят, я не спорю. Возможно, это сказывается 40-минутная задержка, с которой я зашел в игру. Но я зашел ровно в 3 часа. Ровно в 3 часа. Как раз я забрал награды. Вот. И получилось так, что пошел, сразу побежал на арену, как мы это обычно делаем. И что? Правильно. Арена скоро. Когда скоро, непонятно. Я попробовал, перезагрузился, ничего не поменялось. Я пошел поиграть в Brawl Stars. Ну сколько мы поиграли там? Ну, 20-30 минут. Полчаса из-за расчета того, что там первые 15 минут, по-моему, у меня не сохранились. Вот. Ну вот, через полчаса я зашел, да, примерно вот пока заходил, 45 минут на моих часах показывало. Все. Все, ребята. И, грубо говоря, вот эти 45 минут, они сказались. Тут, ну, а по-другому тут никак не объяснить. Тут по-другому, ребята, никак не объяснить, что тут может быть так или не так. У нас не хватит, все, у нас бойцов не хватит. Мы с тобой максимум дойдем до Лиги Самураев, ой, до Лиги Сёгунов 3 звезды. И максимальная позиция, дай бог, в лучшем случае будет 70-80. Не более того. Ну, тут уже не моя вина, на самом деле. Тут, и еще, кстати, очень много давали повторок. Я имею в виду повторных рангов. Вот здесь как минимум нужно 3 поединка, ребята, сделать, чтобы в Лигу Мастеров 3 поединка по 5. Ну, сам считаю уже, сколько здесь нужно. 15 бойцов. Будет у меня здесь 15 бойцов? Конечно же нет, ребят. Конечно же нет. Вот первая пятерка, там 2 осталось. 7 бойцов всего лишь. Ну, перейдем мы с тобой на ранг в лучшем случае 40-й. В лучшем случае, ребят, 40-й ранг будет. Но не Лига Мастеров. Но не Лига Мастеров, к сожалению, друзья. Вот зачем я только здесь маузеров взял, я не пойму. Мне что потом, двумя персонажами отыгрывать целую катку? Вот вдвоем. Надо было оставлять маузера, да и все. Ну вот, 34-я и плюс, если бы, друзья мои, у меня сейчас была бы полная команда из 5 состоящих, мы бы, может быть, взяли бы, но не вот этим вот сбродом, где тут пиццелицы и майки. Нет, таким ничего у нас не получится вариантом. Мы здесь победить... Ой, куда ты? Мы здесь победить-то победим, но... 34 ступени мы не перепрыгнем. Вот я к чему. Давай пиццу. Пепперони. На!
сколько? Было 33-е, ну, возьмем, ну, максимум, наверное, 25-е будет. А, 34-е, ну, 25-е. Все, друзья мои, здесь получается. Серия испытаний. Эть, Крэнк там уже дребезжит, бедолага. Уже, ребята, дребезжит. Уже глазки красные, как всегда. А делает такой невозмутимый вид, когда мы к нему приходим, да? Типа, такой деловой. Встает, как будто ничего не происходило. Такой, да, здравствуйте, ребятка. Вот в первый раз мы пришли к нему. Хлыщ этот. Такс. Но тут мы с тобой очень мало мутагена получили, потому что, ребят, при первой проходке, да, с нуля, у нас там вообще дают мизер мутагена. Поэтому я даже думаю, что мы здесь прокачать-то никого не сможем. По крайней мере, левел точно понять у нас не получится. Вот этот луч у маузеров, это, по-моему, самое фуфло, что у них есть. У них, да, две атаки, но он такой слабенький, этот луч. Казалось бы, луч должен пробивать. А, куда ты, на? А по факту ничего подобного. Просто вскользь как будто проходит. И все. Вот у Крэнга, да, у Крэнга луч. Луч так луч, он как бомбанет, там мало не покажется. Но здесь мне. Такс, ну что, идем в список. Сколько мутагена? 22 тысячи. У нас хватит на Лео? По-моему, нет. А, хватает, ребят. 85 уровень у Леонардо. А мы переходим на мутагеноида. Мутагеноид. Что мы там ему хотели прокачать? Кислотный вот этот плевок. Значит, 9 кружек, друзья мои, 9. У меня откаты там кончаются. Так, одну нашли, вторую. Будильник уже запарил звенеть. Третья. Четвертая. 4 кружки есть. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая, последнюю кружку. Последнюю кружку дай. Ты жук. Но у меня, ребята, мутагена не хватит, наверное, прокачать. Даже если мы найдем с тобой кружку. 7500, да, мне не хватает. Давай тогда сюда сразу еще найдем. 3 геймпада нам надо. 1. Так, 1 геймпад есть. Ну. Вот джойстик, 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 джойстик. А геймпад? Фиг тебе, не геймпад, ребят, пицца кончилась. Пицца закончилась. И забираем с тобой 4 вот этих вот задания. Все, друзья мои, на этом я сегодня буду закругляться. Видосики уже, наверное, появятся завтра. То есть во вторник. Потому что сегодня они... Я не успею, ребят. Надо на работу собираться потихонечку. Вот. Так что, друзья мои, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.